Жители Байдибекского района Туркестанской области обеспокоены судьбой спортивной площадки в селе Шаян. Несколько месяцев назад объект пострадал от шквального ветра. Ураган полностью снес металлическое ограждение. Однако восстанавливать его никто не спешит. Подробности у наших корреспондентов в регионе. Поддерживать здоровье Бидайбеку Балхыбеку помогают ежедневные занятия спортом. Однако последние несколько месяцев, говорит пенсионер, тренироваться негде. Единственная в селе Шаян спортивная площадка стала небезопасной. Раньше сюда приходило много пожилых людей. На пробежку, играть в футбол. Сейчас как здесь мяч погоняешь? В любой момент может что-нибудь на тебя рухнуть. Рискованно. Рискованным популярный спортобъект стал после весеннего урагана. В марте вслед за сильным морозом и проливным дождем на село обрушился шквальный ветер, который буквально вырвал металлическую ограду. С тех пор спортивную площадку восстанавливать никто не спешит. Никому нет дела до спортплощадок, не до спорта. Просто получается деньги на ветер. В отдаленных селах таких объектов мало, не хватает. А те, что есть, вот в таком состоянии, как можно оставлять? Комплекс с плавательным бассейном, футбольным полем и центральным стадионом в селе Шаян был возведен 4 года назад на средства частных инвесторов. Чуть позже объект передали на баланс районного акимата, затем областного управления спорта. Однако чиновники сейчас разводят руками. В настоящее время данный объект на балансе акимата Байдибекского района и районной спортивной школы не числится, поэтому средства на его содержание и реконструкцию из районного бюджета мы выделить не можем. Никаких заявлений в управлении не поступало. По факту мы создадим специальную комиссию, которая определит объемы работ и финансирование. Необходимые средства будут выделены из местного или областного бюджета. Сколько времени потребуется для решения проблемы, неизвестно. А пока долгожданный объект, к сожалению, будет оставаться бесполезным. Райхан Тажибаева, Нурсултан Мухамеджан, Азамат Саметов, Шымкент, Хабар 24.